открывался. Всем привет, интернет, подписчикам. Вот нас сегодня бригада, три человека. Привет Иван всем. Иван Федорович, да. Михаил Иванович. Да. Дорогие мои, вот я подсмотрел, значит, в интернете у Толопченко Юрия. Это умнейший человек, действительно, мужики. Я хотел снять такой ролик. Ну, у меня прямо с рук, как Ваня говорит, с языка сорвал, связал и это. Молодец, Юр, тебе обращаюсь. Ты молодец, все сделал, все правильно. Вот сейчас вот очень жара стоит, 37 вчера у нас было, сегодня опять жарища. Мужики, такое явление будет происходить и всех настигать. Говорят, Наиль Мухаммедович, дома попьем чайку, там, пообедаем, и все, не можем завести то все. Я сначала им говорил, что в полость фильтра появляется, значит, бензотуман, ну, испарение. Но, ребята, не только эта причина, еще и другая есть причина. Вот я попросил Ивана Федоровича, у него руки очень подвешены на эту тему. Значит, мы взяли фен. Единственное, что у нас нет, значит, нет у нас термометра, как у Юры Толопчик. Ну, это не абсолютно нет. Нет, просто скажи, при вскрытии горячего видно, закипело, что он кипит. Кипит, кипит. При скольких кипит этот бензин? Так градусов 70. Да, вот так. 70 вот. Градусов. А у нас под капотом, извините, 100. Все 100. И еще... Да. Сверху, и еще 35. Сверху солнце палит. Да, 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 да. Ребят, вот сейчас мы посмотрим этот эксперимент, но мы пошли немножко дальше Юры. Почему? Мы, Иван Федорович, сделали очень хороший, мы. Значит. Ну, мы. А вообще, это Рафис Гарифов, мужики. Я потом о нем еще отдельно скажу. Помните, такой дяденька, он живет в Кировской области, хороший карбюраторщик, вообще хороший изобретатель. Он, значит, посоветовал вот такую конструкцию распылителя, ускорителя насоса. И все получилось, может, капать перестал. Ну, мы просто экспериментируем. А теперь посмотрим эксперимент. Иван Федорович, начинайте. Так, вот два чайника, слоника, как их только не обзывают. Один доработанный, один. Вот это доработанный, вот это в стандарте. Да. То есть мы ставим стандартный. Вань, покажи, что брызгает. Да-да-да. Миш, сейчас обязательно. А ты это, снизу. Давай, все делай. Вот, смотрите, как он срабатывает, ускоритель. На фоне, Ивана, там темный будет. О, все есть. Есть, Миша. Вот. Все льет. Бензин не трещенный лезет, ничего. Да хватит. Да. Вот, Миш, теперь поймай только момент. Теперь мы его немножко подогреваем. Вы видели, на горячем всегда... Руку убери, пожалуйста. А, да. Вот смотрите, Миш, вот показывай, как капает вторая камера, конкретно. Первая камера. Вон, побежала. Пусть. Даже бензин пусть, еще не кипит. И это все у нас уходит на горячий двигатель. А вы знаете, если вытянуть даже подсос на горячем моторе, он сразу заливается. А вторая камера капала? Я не видел. Ну-ка, Миш, Вань, вот отсюда иди, погрей, и отсюда. Да без разницы. Вот, первая. Ну-ка, Миш, здесь... А, и вторая пошла. О, обе пошли. Здорово, Миш, видно, Миш. О, отлично. Мужики, и в камере капает. Мужики, вот, а потом вы все спрашиваете, почему у меня не заводится, надо ремонтировать карбюратор. Бесполезно, ребята, ремонтировать. Вот, Миша, это хорошо. Бесполезно. Теперь мы этот меняем на доработанный. Но что там доработано, я вам сейчас покажу. Он потом все покажет. Он интенсивно нагрей. Чтобы видно было, что... Да не обязательно. Сейчас. Смотри. Вот, смотрите. Он... Видно, Миша? Он все льет. Все льет. Все капает. Все видно. То есть, чтобы вы видели, что тут никакого... Подвоха. Подвоха нет. Как там мне называют? Не, точно так же снимайте, как у тебя... Или поставить на одно. Прям очень хорошо. Постановочный ролик, да? Да-да. Постановочный. Вот смотрите, сухо. Ну есть, но это просто то, что в трубке осталось. Да, капель нет.
А мы уже нагрели солидно, даже больше, чем положено. Он уже бензин закипает прям. Вань, пусть, Вань, грей. Пусть до утра. Надо так бассейнечко, чтобы было видно. Миш, ты где-то вот так устанешь. Нет, не дёргай. Там это, фокус. Фокус меняет, Миш, оттяни немножко. Оттяни чуть-чуть. Вот. Вон, даже из колостого хода бред капает. Смотрите, мужики. Вон, из колостого пузырится. Вот уже там даже закипел. Но это мы лишканули уже по температуре, лишнего чуть-чуть. Хотя вот такое при вскрытии горячего двигателя, Вань, такая же беда это и происходит. Это говорит о том, что он, видите, и через диффузоры будет капать. И через диффузор почти. Через диффузоры будет капать. Да. Через не, но мы колодцы. Маленько уже лишканули температуру. Не, все, нормально. Вань, а что ты лишканули? 100 очень... градусов там. Ну да. При остановке двигателя в воде некуда циркулировать. Просто там, этот, единственное, у нас где-то не кто-то знаю. Взял... Вова, тихо, подожди. Тихо, Володя, тихо. Этот термометр электронный где-то у нас. Да где-то ладно? Лежит. Не, ну просто не желательно надо. Показывать. У Юры там вот такой, знаешь, вот. Наводишь на него, и он показывает. Это пирометр. Теперь смотрим все на Иван Федоровича. А вот теперь, ребят, мы вам показываем, что в нем доработано. Ой, смотри, а то выскочит. Нет, я же аккуратно. Сейчас он. А, он даже сам даже не горячий. Сейчас я вам покажу, что там, какая доработка. Если Иван Федорович не мешает. Так, нет, все нормально. Нет. Вот, как обычно при зачистке, мы его вскрываем. Открываем стаканчик. А здесь находится шарик и вот этот, три виточка пружинки. С электромагнитного клапана 0,7, с классики. 0,7. Озоновский. Озон. С озона. Всего-навсего. С иглы, вот этой... с иглы, с запорной. Запорные иглы электромагнитного клапана. Вот этого усилия уже достаточно, чтобы он шарик гнезду придавил. Все. И у нас никакой утечки, протечки нету. Мужики, вот такое простое решение придумал Рафис Лутфулович Гарифов. Я ему всегда говорю, Рафис, сними сам, говорю, ролик, сними. Он нет, не хочет. Мужики, причина проста и банальна. Он очень болеет. Его стукнул инсульт еще раз, потом еще раз. Короче, ну, он не хочет. Я говорю, ну, сними, пожалуйста, автор должен снимать такие вещи. Нет, не буду. Вот я делаю. Рафису Лутфуловичу большой привет от меня. И от нас всех. Выздоравливай, дорогой. Так, еще, на это твое дело, ну, чтобы еще раз нас радуй своими новыми новшествами, изобретениями. Да. Всего тебе доброго и быстрейшего, скорейшего выздоровления тебе. А вам всем, мужики, до новых встреч, до новых роликов. С вами был Иван Федорович. Всем счастливо, удачи, здоровья. Наиль Порошин и Михаил Иванович. Еще там один есть сосед. Покажи соседа. Не надо. Не надо? Стесняется. Всем до новых встреч, до новых роликов.